Пассивный залог, часть шестая. Present Simple Passive. И мы с вами посмотрим упражнение на время Present Simple в страдательном залоге. Итак, данные предложения нужно раскрыть скобки во времени Present Simple в пассиве и затем образовать отрицательную и вопросительную форму. Давайте с вами это сделаем. Итак, it make in China. Нужно сказать, это делается в Китае. Образование формы глагола to be, it is, и третья форма получается it is made in China. It is made in China. Отрицание у нас isn't. Получается it isn't. It isn't made in China. Это не делается в Китае. It isn't made in China. И вопрос is выносим вперед. Получается is it made? Is it made in China? Is it made in China? Далее. Следующий пример. They teach. Понятное дело, что they teach, они преподают. А вот если мы скажем пассив, надо сказать, их обучают. И здесь нужно убрать пассив как раз. They are. Вспоминаем третью форму от teach. Teach, taught, taught. They are taught. Их обучают. They are taught. Далее, их не обучают. Are заменяем на aren't. Получается, they aren't taught. They aren't taught. И вопрос. Are they taught? Are they taught? Are they taught? Next. The goods produce in Japan. Товар производит Япония. Товар, соответственно, в английском это the goods, множественное число. Поэтому мы с вами скажем the goods означает they. The goods are produced in Japan. The goods are produced in Japan. The goods are produced in Japan. Отрицание. А соответственно, the goods aren't produced in Japan. И вопрос. Мы просто are выносим вперед. Получается, are the goods produced in Japan. Окей, давайте с вами еще раз проверим и повторим. Итак, it made in China. It is made in China. It isn't made in China. Is it made in China? They teach. They are taught. They aren't taught. Are they taught? The goods produced in Japan. The goods are produced in Japan. The goods aren't produced in Japan. Are the goods produced in Japan?